Fly FS-402 Hard Reset. У аппаратов на НТК есть две комбинации сбросов. Сброс дозволских настроек. То есть, чтобы попасть в рекавери, нужно использовать либо питание, зажать и следом нажать кнопку громкости вверх, прям через секунду, либо одновременно питание и громкость вверх. Вот сейчас попробую питание и громкость вверх одновременно. Если не получится, то я первый буду использовать. Значит, вверх и питание. Две клавиши держу, пока не загорится экран. Экран загорелся, я питание отпускаю, а вверх продолжаю держать. Держу, пока не появится зеленый робот. Питание зажать и коротко нажать вверх. Питание нажать и коротко нажать вверх. Открылось вот такое меню. Опускаемся вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаем питание. Если питание не сработает, то нужно использовать кнопку громкости вверх. Иногда нужно использовать сенсорные нижние клавиши. Я сейчас выберу строчку No, потому что у меня нет необходимости сбрасывать. А вам выберу строчку Yes, Delete, User Data. Здесь внизу побегут строчки сбросов. Нужно дождаться последней, где написано Data Wipe Complete. Он как бы сделает полностью сброс. Перекинуть вот в это предыдущее меню. А здесь нужно либо первую строчку выбрать, Reboot System Now, либо Power Down. Первое — это перезагрузить телефон, а Power Down — это выключение телефона. В любом случае, после перезагрузки, либо следующего включения, он доделает нужные ему операции и включится чистый, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.